На нашем любимом месте сижу. Сегодня кролик на меня не смотрит. Наглел. Люди идут. Суетные такие летят куда-то. А я никуда не спешу. Какое это счастье. Какое это счастье. Сидеть в кафе. Есть любимое мороженое. И смотреть в окно. Девочки, немножко тут краем глаза посмотрю. Тут осень висит. Я хотела тепленькое посмотреть. Вот там свитерочки увидела. Вот, вот эти. Вот, расцветочка понравилась. Такая осенняя расцветочка. И вот такие. Вот эти прям очень понравились. Какой-то размер висит. 50-52. Ну, такой оверсайз. Это прямо теплушечки. Вот. Это серо-белое. Красивое. Тоже оверсайз. Ну, вот это с любым низом. Брючки надеть. Тепленькие. Все. Тут в листьях. А это гуси. Девочки, я увидела, когда... В Телеграм я думала, это ветки и листья. Сейчас я вижу, что это гуси. Представляете? Гуси. Ну, теплого очень много трикотажа. В общем, посмотрела. Я очень хотела вот на это посмотреть. Вот это мне очень понравилось. Прям такой свободненькое, тепленькое. И расцветочка. Ну-ка, что тут молочное? Вот вязка такая крупная. Девочки, я дома нагулялась. Смотрите, какая у меня обнова. Вот эту сумочку я взяла, девочки. Не удержалась. Еще мне вторая понравилась очень. Там мне много сумочек понравилось. Выбор, конечно, огромный. Но взяла я лаковую. Мне кажется, на зиму она такая универсальная. И маленькая. У меня есть лаковая сумочка. Большая. Она такая классическая. Ее с пальто, с сапожками. А эту можно и с курточкой, и с пальтишком. И любого цвета. И зимой, и летом. Стихи так и прут. Как вам сумочка? Смотрите, сколько у нее замочков. Сколько отделений. Какая она красоточка. Особенно вот этот хлястик понравился мне. В клепках. Но большая сумка, это тоже мне понравилась. Там шипастенькая есть и бронзовая. Это как сумка-мешок. Мне кажется, как шопер, она прям замечательная. Ну ладно, все же не возьмешь сразу, да? Так, вот эти перчаточки взяла. Они тепленькие, тоненькие-тоненькие и тепленькие. Знаете, вот как валеные. Вот такие перчаточки. Вот с таким пальчиком. Ну и шапочку к перчаточкам. Они немножко потемнее, но я думаю, когда шапка на голове, перчатки на руках, это не будет бросаться в глаза. Ну не особо. Ну и пусть они будут потемнее. Перчатки же все-таки. Так что, девочки, я довольна, довольна своими обновочками. Порадуйтесь за меня. Вот такая у меня красотень. Новенькая, легонькая, тепленькая. Все, но это уже буду носить зимой. Ну или поздней осенью, когда уже будет холодно, когда уже я не захочу носить оранжевые и желтые горчичные вещи. Тогда вот. А у меня же есть белая курточка. Можно с белой курточкой белую шапочку. В общем, сейчас я наряжаюсь в осень, зимой буду наряжаться в Снегурочку. Ну, или в снеговика, что скорее всего.